Итак, находимся в Северске. Приехали в Нискураду. Горит. Подъедут потом. Да ничего, вон их уже видно. Вон на степи бежал. Когда стреляют, конечно, тяжело, страшно. А так ничего, выживаем, готовим кушать. На улице? На улице готовим кушать, да. За водой ездим далеко, аж в сторону парка туда ездим. Газа нет, воды нет, света нет. Ну, выживаем. Дай Бог, что, я думаю, уладнается, все будет, все хорошо. Здравствуйте! Давайте вы раздадите вашим. Женя показывает нам подвал, в котором... По крайней мере, спасает. Ага. Тут у нас он даже дети подписали душ общий. Ага. Сделали мы душ. Здесь и дети, и мы тоже моемся. А воду где берете? Воду ездим, этот, с крыницы набираем. Ага. Есть проточная вода. Буржуйка есть тоже, дети, дети, да. Вот тут у нас один стол, второй стол. Там детки везде все спят, на одеялах, на подушках. Все домашнее. Ну, тут тоже комната, тоже ж спим. Сколько у вас таких комнат? Раз, два, три, четыре, пять комнат у нас. И часто вы в подвале? Постоянно. Ну, тут тоже вот... Для детей туалет сделали. Угу. То, что на улице тихо. Потому что вечером уже боятся выходить. Угу. И еще одна там комната. Обезболить. Раз приехал. Нет, да, все, ничего по медицине. Все, я последнее выдавал. Спасайте мне. Нет. Первый вопрос это по поводу этих гигиены в том плане. Ага. Что ты делаешь целый день? Чем занимаешься? Играешься? Тебе не страшно? Нет? Вообще никогда? Я там не классно. Ага. Прячетесь в подвал или нет? Да. И там живем. А, живете в подвале? Понятно. Как зовут тебя? Скажи, как зовут тебя? Она у нас букву «Р» не выговаривает, она стесняется. Лера? Да. О, как смотри, я угадала, да? Спасибо вам большое. Вот пятиэтажки, вот так вот сплошь и рядом. Шесть, я насчитал. Шесть домов. Если в каждом доме по 20 человек хотя бы, то это 120 человек. Ну, где-то от 120 до... До 150, наверное, человек здесь есть. Ни воды, ни света, ни газа, ни, да? Ни воды, ничего нема. Хорошо, хоть крыша есть. Итак, подъезжаем к больнице, находимся в Северске. А так вот так вот по вот таким проулочкам, по улицам ездим, развозим к пятиэтажкам, там, где в подвалах люди живут, готовят на костре. Вот тоже здесь стоят мангалы. Вот заезжаем в очередной двор. Сейчас будем продукты выгружать. От переживаний от сильных уезжаю, от стрессов, от этого нет воды, нет газа, нет ничего. Все на костре мы готовим. Живем в подвале. Ну что еще рассказать? Это страшно, очень страшно, когда бомбежка, очень страшно. Выходим, как вы говорите, когда сильно, да? Да, когда сильно, мы выходим в другую комнату, становимся все. Под сетку стоим. Девочка и мальчик. Просто детей жалко и самим, и куда деваться. Да сколько уже так продолжается? Месяц примерно? Ну да. Мы с апреля месяца, вот уже май, месяц это точно. Это точно. Что?
Вот это уже собралась, уже не могу я терпеть это все. Угу. Куда-то и сын настаивает, сын остался дома, жену отправил. Говорит, мама, езжай, тебя там ждут. Она договорилась, а там